Американский студент Отто Вормбиер, освобожденный неделю назад из тюрьмы в Северной Корее, скончался в понедельник в больнице Цинциннати, штат Огайо. Об этом сообщили его родственники. К сожалению, ужасное жестокое обращение со стороны северокорейцев не могло привести ни к какому другому результату, говорится в их обращении. Отто Вормбиер приехал в Северную Корею в декабре 2015 года в составе туристической группы. Вскоре его арестовали и обвинили в краже агитационного плаката из гостиницы. Студент свою вину признал и был осужден на 15 лет каторги. Весной 2016 года он впал в кому. По версии властей КНДР, это произошло потому, что Вормбиер заразился ботулизмом, а потом принял снотворное. Неделю назад Пхеньян освободил 22-летнего американца, цитата, «на гуманитарных основаниях» и переправил его в США. Здесь врачи зафиксировали у него обширную гибель клеток головного мозга. А вот следов ботулизма в организме, по их словам, не оказалось.